Установка бокового дефлектора 2D на Kia Ceed Universal 3-го поколения, а также 3-го поколения рестайлинг. Что такое 2D, как видите, да? Плоский, даже мягкий, при установке будет стоять жестко, красиво и, самое главное, все будет бесшумно. Перед установкой даются спиртовые салфетки. Протираете там, где клеите. Мы, конечно же, все уже протерли. Как видите, мы открыли же окно для проветривания. Установка происходит по верхней части двери и по боковой. Стоять он будет чуть-чуть под наклоном. Снимаем защитную пленку. И устанавливать начинаем. По верхней части не забываем. Перекрываем хром. Переходим к передней части двери. Также перекрываем хром. Снимаем защитную пленку и спокойно заклеиваем. Берем полотенчиком, придерживаем и теперь окончательно доклеиваем с усилием. Установка второго дефлектора. Также снимаем защитную пленку. Обязательно смотрим, чтобы у вас были ровные двери. Смотрим на первый дефлектор. Также перекрываем хром. Видите, чуть подклеил. Здесь он у нас в воздухе. Мы как бы выравниваем, кого-то перекрываем. И смотрим обязательно, чтобы у нас здесь верх и низ были ровны. Вижу, что ровно. Доклеиваю сзади. Придерживаем, начинаем доклеивать. Также присутствует третий дефлектор для декора, чтобы закончить всю эту красоту. Также снимаем защитную пленку. Также перекрываем хром. Опять же, видите, по высоте просто держу в воздухе. И смотрим вверх-вниз. Чуть-чуть мне пришлось пониже приклеить. Все. И теперь снимаю основную часть. Также берем полотенечко и доклеиваем. Сейчас снимать будем защитную пленку. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также 2D дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.